Девиз нынешнего оздоровительного летнего периода – вот оно какое – эко-лето. На всех 145 детских досуговых площадках, которые открылись в Сочи 1 июня, все три месяца будут проводить мероприятия с природоохранным содержанием. Так в городе решили поддержать год экологии. Эко-культурная акция «Растем вместе», стартовавшая сегодня на приклубной площадке Дома культуры «Дагомыс» – одна из них. Это и возрождение традиций города-сада, и экологическое образование детей. Почему дети? Это очень важно, потому что именно детям нужно прививать традиции, чтобы сохранить их в городе. Наши дети с самого детства должны понимать, что они должны городу этому делать, как они его должны беречь. Поэтому то, что мы сегодня высаживаем эвкалипты, очень знаменательно, очень значительное событие для нас, для всех. Я с радостью принимаю в нем участие. Детям напомнили, что традиция высаживать в Сочи эвкалипты давняя, и зародилась она в период борьбы с малярией. А завезли ценные для города деревья полвека назад, из Австралии. Об этом ребятам рассказал сочинский ученый, сотрудник эколого-биологического центра имени Соколова Игорь Глоба-Михайленко. Он же провел мастер-класс по высадке эвкалиптов и дал советы по уходу за молодыми деревцами. На новой аллее Дома культуры Дагомыса вместе с детьми будут расти 11 эвкалиптов. 12-й саженец передали воспитанникам школы искусств номер 2 в знак продолжения акции «Растем вместе». Такая эстафета по летним досуговым площадкам города продлится все лето. Подхватили инициативу в день окружающей среды и взрослые, разбив на одной из детских площадок поселка новую аллею. Мало того, что сами взрослые, но еще прививаем детям любовь к своей стране, к своему любимому зеленому городу. Мы приняли такое решение, что ежегодно будем такую акцию проводить. Такие площадки, которые необходимо озеленить в Дагомысе, еще достаточное количество. У нас есть над чем работать. Османтус, малосемянник и фатиния – всего 70 кустов. Поддержал инициативу и сочинский сектор Министерства природных ресурсов края. На курорте инспекторы производят государственный экологический надзор в области охраны окружающей среды. Данная акция демонстрирует экологическое просвещение молодого поколения. Замечательно, когда совсем молодое поколение своими руками сажает эти саженцы. Велика вероятность того, что в дальнейшем им не захочется обрывать листья, ломать ветви, лишь только ухаживать. Цель акции «Растем вместе» – не только сохранить, но и приумножить зеленое богатство курорта. Также в рамках эко-лета разобьют новые цветочные клумбы и устроят прополку уже существующих растений. Ольга Десятова, Инга Габешая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.